конечно, я поздравляю вас с таким, как я уже сказал, приветственное слово, новым совершенно мероприятием в нашей практике. Я надеюсь, что такое мероприятие станет у нас тоже традицией. А создание традиции на самом деле говорит о том, что, что коллектив уже, наши студенты, наши преподаватели, тем более, становятся, как сказать, более матерым, что ли. Вот английское слово «мачо», конечно, здесь больше, мне кажется, да, зрелым, выражает суть этого процесса. Так, итак, результаты. Итак, первое место с большим отрывом занимает команда номер один. 126 баллов. Второе место занимает команда номер два. 105,6. Третье место занимает команда номер 5. 98,5 балла. Четвертое место команда номер 3. 97,1 надписи. Они там совсем маленькая, видите, разница. Пятое место занимает команда номер 6. 95 баллов. И шестое место занимает команда номер 4, 93,4 балла. Но на самом деле, вот дальше, то, что после 100, конечно, команда номер 1 у нас с большим отрывом. Но то, что и 2 тоже, она, в общем, да, 105,6. А дальше, вы смотрите, 98, 97, 95... Очень близко. И действительно, мы все отмечали, что многие конкурсы, ну, были настолько хороши у всех команд. В частности, конкурс невербального выражения содержания стишка, это, конечно, ну, просто все там замечательно, просто замечательно. А ребята, парни, которые показали, наша Таня громко плачет. Ну, мне кажется, мы отметили вообще как самое удачное, самое это было. Ну, наверное, юморное, самое такое, да, очень хорошее. Вот, ну и сейчас наше жюри приступит к, так сказать, к награждению, и я передаю слово Елене Михайловне, да? Естественно, мы готовили призы победителям. И мы сейчас просим выйти команду, занявшую первое место. Очень приятно, что...
Поддерживайте свои команды. Спасибо большое.